Владивостока. В этот раз попасть в руки команды суперпрофессионалов посчастливилась Гульнаре Салиховой. Она приехала к нам из южной столицы России, Краснодара. Восстановление после пластической операции идет по плану. Теперь Гульнара отправляется за тем, чего у нее не было уже несколько последних лет – за улыбкой. Подарит женщине новые зубы, а заодно и уверенность в себе – стоматолог Олег Конников. У Гульнары Салиховой достаточно старые металлокерамические реставрации, которые не отвечают никаким эстетическим требованиям. У нее внизу, справа и слева металлические золотые коронки. В результате того, что она много лет ходит с этими короночками, у нее произошла такая достаточно сильная стираемость. Нам нужно изменить полностью всю зубочелюстную систему. Отличный случай для цифровых технологий. Именно поэтому доктор Конников привлекает к сотрудничеству мастера цифровых технологий в области стоматологии Ивана Афанасьева. Основная идея нашего лечения – подарить вам улыбку за один день. Как это так? Но мы будем работать без участия техников зубных. Мы будем делать это все на цифровом оборудовании, снимать ваши зубы на камеру, потом это все будет переходить в компьютере. В компьютере мы будем моделировать ваши зубы. И потом специальный станок будет выпиливать эти зубы из кусочка керамики. И еще раз повторюсь, это будет все в одно посещение. Мы начнем с утра, а вечером вы уже будете зубами. Здорово. Первым делом Иван Афанасьев фотографирует лицо Гульнары и делает 3D-модель ее зубов. Посмотрите, как занижен нижний отдел лица, как ярко выражены носогубные складки, как опущены уголки рта и какое напряжение в улыбке. Ну вот смотрите, Гульнара, это 3D-модель ваших зубов, то, что есть. Видите, с площадкой стираемости большие, наверное, переживаете что-то сейчас в жизни. Вы хотите сказать, что жизненные проблемы могут отражаться? Жизненные проблемы прямиком отражаются на наших зубах. Это как стресс-менеджер нашей жизни. Ваш стресс отразился не только на зубах, но еще на вашем лице. Смотрите, в результате стираемости вашей нижний отдел лица немножко утратил былую высоту. И вот внешние ваши признаки, вот сниженные уголки рта, углубленные носогубные складки. Наша задача восстановить утраченную высоту, восстановить потерянный нижний отдел лица, чтобы все было симметрично. Вот вы себя чувствовать начнете по-другому, когда у зубов появится некоторая стабильность. Так, учитывая поставленные задачи, стоматологи приступают к работе. Мы сняли старые керамические коронки, золотые короночки. Мы сделали восковую моделировку. После этого мой коллега Иван перешел непосредственно к своей части. Он отсканировал все ее зубки, смоделировал все это на компьютере и отправил фрезеровать на станок. И выточили на каждый зубик отдельную реставрацию. После этого мы зафиксировали 28 зубов за один день у нее в полости рта. Работа получилась очень классная. Здорово! Теперь не придется улыбаться американской улыбкой. Надо научиться это, чтобы все были зубы видны. Нет, у вас замечательная краснодарская улыбка теперь. Шикарно. Спасибо вам большое. Спасибо, Ванечка. Спасибо.